дело с рублем происходит у нас в недрах экономики, то есть каждая валюта это, в общем-то, отражение состояния дел в экономике у нашей. И вот эта модель, которая, и, наверное, говорит, что она себя исчерпала, и нам можно даже, наверное, сказать пожестче, она никогда ничего нам особенно и не дала, если не говорить только о самых первых годах, когда мы занимались приватизацией, просто переходили вот на новую модель такого рыночных условий. Дальше она уже не очень-то работала на благо внутренней экономики. И, на мой взгляд, вот, конечно, монетарные власти тут в наибольшей степени виноваты, а монетарные власти, я имею в виду прежде всего Центральный банк, это то, что они поставили совершенно, на мой взгляд, ложную цель, а именно подавление инфляции методом удушения собственной экономики. То есть они рассматривают не наоборот, то есть действия какие-то по стимулированию и развитию экономики, ну, вкупе со всеми остальными, естественно, факторами, я в данном случае говорю просто о действиях Центрального банка, как наиболее выпуклые и как наиболее яркие. То есть идти в ногу со всеми остальными, в содружестве со всеми остальными рычагами, министерствами и так далее по стимулированию экономики и повышению ее эффективности, может быть, даже на самом первом этапе не в пользу сдерживания инфляции, но потом вот эта нормализация ситуации в экономике, она должна и утихомирить инфляцию. То есть сначала ты занимаешься экономикой, потом у тебя уже инфляция, а не наоборот. Дело в том, что есть такие моменты, когда сначала подавляют инфляцию, а потом уже тогда берутся за экономику. Но это в тех случаях, когда инфляция уже переходит всякие неприличные границы, то есть выходит далеко за галопирующие эти самые рамки, тогда вот действительно экстренными мерами ее подавляют и берутся за экономику. Вот, на мой взгляд, вот так вот. Теперь, что касается бюджета и вообще вот цен нефтяных по отношению к бюджету. Конечно, можно говорить, что мы должны и дальше снижать рубль, если мы хотим наполнить бюджет, ну, в таких экстремальных ситуациях, но мы должны понимать еще отчетливо еще один момент, что мы, получая деньги в бюджет вот таким образом, вот эти деньги по своему экономическому содержанию, они неотличимы от дополнительной инфляции. Поэтому Центральный банк, если он говорит, я в данном случае не за дополнительную инфляцию, ни в коем случае, я просто хочу подчеркнуть, что когда Центральный банк стоит на позиции, что ни в коем случае инфляцию и эмиссию дополнительную мы не допустим, но зато мы сможем получить деньги путем вот такой вот искусственной девальвации валюты дополнительной, то, собственно, там правая рука тогда не знает, что делает левая. И теперь вот возвращаясь к такому, что делать? Делать надо прежде всего заниматься внутренней экономикой, ни в коем случае не отрицая выгодность внешнеэкономических связей, ни в коем случае она должна приносить внешнеэкономической сфере то, что она должна приносить, но заниматься, акцент переносить на внутреннюю экономику и на развитие внутренней экономики. Внешнеэкономические связи очень важны, очень уважаемы и очень необходимая вещь, особенно для нашей страны, вписанной в международный контекст, но акценты надо переносить на развитие внутренней экономики, и когда во внутренней экономике будет нормальный спрос, нормальное предложение, нормальное производство, нормальные заработные платы, тогда и, в общем-то, легче будет вопрос, а может быть даже и не легче, а просто решится вопрос и со стабильностью валютного курса, и с инфляцией, и со всеми остальными денежными факторами и параметрами.